Балди? Посмотрите, кто в моем городе появился! Вау! Ты чего, что? Это Хаги-Ваги настоящий! Это что, реально? О, нет, он злится! Не злится! Балди! Он на него смотрит! Что? Хаги-Ваги сидит на крыше? Вы серьезно? Мяу, кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, тот будет учиться только на отлично. Считаю. 3, 2, 1, мур. Ваги, Cartoon Cat в реальной жизни? Я вам сейчас такое покажу. Смотрите, она выбросила в мусор что-то. Она что-то услышала. Там звук. Там что-то мяукает. Котенок. Она выбросила котенка. Это не она. Это кто-то выбросил котенка. А, там уже лежало что-то. Да, какой-то пакет. Там, наверное, гнилой арбуз. Балди, он шевелится. Там голова чья-то. Не надо пугать меня. Сейчас мы будем пугать малину. Не надо. Это... Подождите, ну... Не надо развязывать. Ой, страшно как, блин. Балди, все. Там кто-то... Там что, котенок? Нет, не может быть. Осторожно, девочка, не смотри туда. Ребята, я не знаю, но мне страшно. Ой, нет, Ленти. Это мультяшная кися. О, да. Кто-то его выбросил. Он существует. Лёнь. Он просится, чтобы его взяли домой. Ну, пожалуйста, возьмите меня домой. Побудь моей хозяйкой. Какая у него лапка милашная. Он же потом станет злым. Ой, дерьмяха. Он тянется и шкряпает. Ладно, пойдем. Пошли за мной. Слушай, она его берет за собой. А где он? Одиноки. Круто играется. А кто подсматривает за дверью? Вы наверное, там камера стоит. Лёнь, он сидит такой, смотрит. Ребята, он реально мультяшный. Он как не настоящий. Он как будто бы реально из мультика. Блин, он классный. Лёнь, он... лазером гоняется. Он когда вырастет, он может ее съесть. Балди, не пугай. Давай посмотрим до конца, что будет. Он же злой. Ну, вообще-то это хорош, он смотри. Они не играются, смотрите. По-моему, он милый и совсем не страшный. Да. Пока. Что, что это? Не знаю. Он что-то заметил? У него удлиняются руки. Помните, у мультяшного кота же руки удлинялись. Я боюсь, малина, мне страшно. Вот, Балди, на нее кто-то напасть это хочет. Это грабитель. Реально, нет, он ее сумку забирает. Сумку забирает? Нет. Ничего себе. Кот, спаси. Кот, спасай. Он хочет ее грабить. Вы еще все смотрите. Кот это заметил. Плохой. Он может не цепляться на него. Лёня, она ее спасает. Ребята, он же мог его убить. Как жалко котика. А сумка где? Нет, только не палка. Да нет, остановите его, пожалуйста. Не убивайте кищу. Нет, да. Убивайте кищу. Девочка, спасай его. Девочка, спасай своего питомца. О, нет, он злится. Он злится. По-моему, сейчас кому-то хана. Он вырастает. Ребята, он исчез. Он исчез, Балди. Он большой. Он же может исчезать, точно. Мяу. Я не в курсе была, что он исчезает, если честно. И у него руки удлиняются. Вали. Мальчик решил на всякий случай убежать. А нефиг этот сумку чужую забирать. А сумка хоть осталась? Свалите, как отсюда свалить? Пожалуйста, спасите меня. Он не знает, куда спрятаться. А кот идет навстречу. Ля-ля-ля, как он? Привет. По-моему, кому-то крышка. Да. И он такой, спасите меня, спасите. Руку свою протягивает. Вау. Ничего себе. Капец ему, ребята, сейчас ему крышка. Нет, она, короче, говорит, не трогай его, ладно, забей на него. Пожалуйста, пощади. Точно, она его просит, не надо. Не надо злиться, забей, короче, на него. Киса, Лёнь, какая. Он снова милый. И снова маленьким станет. Все, он победил? Да, они победили. Он теперь ее будет охранять. Да. Балди. Балди? Посмотрите, кто в моем городе появился! Вау! Ты чего, что? Это Хаги-Ваги настоящий! Это что, реально он? Да, он стоял посреди улицы, вау. Ребята! Ты не так вот смотришь в свое окно, а там у тебя охраненные Хаги-Ваги! Видите, ребята, у нас Хаги-Ваги стоит за окном! Я его с окна и увидела, а потом мы его сняли с ребятами на квадрокоптер! А это Никита снял? Ну блин, это офигеть, как вообще круто! Ну да, машины ездят, как будто это нормально! Жесть, я бы не хотела! Шевелился!
Балди, ты что, пришел ночью в магазин? Бенди? Да, смотри! Что? Ты в Бенди ходишь? Блин, это офигенно! Да смотри обязательно до конца и ставь это лайк! Это новый Хаги стоит! Блин, что-то он задумал! Не ходи он... к нему! Он говорит, тут новенькая игрушка! Эй, ты! Ты что Бенди хочет с ним поиграть! Может не надо? Может не тыкать его лучше? Бенди, нафиг! Он на него посмотрел! Он уснул! Что? Бенди, Бенди, ну повернись, что ты хвостишь! И он начал за ним гоняться! Мальчик! Опа! Свет выключили? Хаги специально выключил свет! Ребята, жесть! Прикинь! А он такой типа, что тут происходит? Вот это ты застрял в магазине! А не! Он что? Он что, вернулся? Он продавцом работает, этот чувак? Он ищет, кто выключил свет! Он телек пытается, наверное, вырубить. Но Хаги же живой, ребята, мы же только что видели. Так, подожди, Балди, не пугай заранее. Бенди же тоже игрушка. Блядь. Балди, он на него смотрит. Он такой, вы видели, он шевелится. У меня есть козырь, он рот открыл. Он ушел. А у всех ему хана. Тебе крышка, мальчик, лучше вали отсюда сразу. Хаги начинает прятаться. Вызывай полицию, вызывай. Вы делать что не можете. Он его привязал! Офигеть! Офигеть, ребята, жестяк! Короче, офигенно, не знаю, его связали! Бенди, его хочу спасти! Бенди, привет! Так, прикинь! Да, что, ты жив? Да, я жив! Что он ему говорит? Он же тоже связан, Бенди! Ага, он говорит, хочешь, давай мы победим, идем! Он такой, реально? Я че? Идем, я связан, какой ребята, идем? Ну, Бенди же может он превращаться! Он такой, выбирай бластеры, че это мой бластер? А ты давай вставай! Он развязался? Да. Легко. Что? Как? А куда делись веревки? Понятия пойдем, не имею. Так Бенди должен превратиться. Вау. Бенди будут на него охотиться пестиками. Бенди говорит, я тебя прикрою. Прикрою, беги. Да я сейчас войду в магазине. Ой, Хаги такой. Блин, это так круто. Хаги такой, кальмар, блин. Что? Что? Присоской, они его отвлекают. Ему этого просто по лобику ударил, он такой, что? Блин, как его спасти? И побежал. Ничего себе. Вали, вали, вали. Опа! Он сигнализацию зажал! Он включает сигнализацию! Вау, он Бенди поймал! А куда он его понес? Он его понес на трон! Он его хороший, все. Поставил продаваться! Короче, он игрушкой его повесил, что ли? Воу! А что? А куда? А парень куда побежал? Парень куда-то побежал! На выход! Дверь закрыта! Дверь закрыта! Блин! Вы спасите меня! А, блин, кто-нибудь откройте! Он в плену, Хаги-Маги! Ребята, это было мега крутой вообще анимационный ролик. Смотрите, что было дальше. Что? Что? Хаги-Маги сидит на крыше? Да, вы ребята, серьезно? Мы его нашли потом на крыше. Значит, он перемещается. Да он ладно, Балди. Он реально живой, друзья. Он сидит такой, типа, как король. Жесть, ребята, не хотела я бы у себя на крыше. Да. Валерия, если он у нас на крыше сидит сейчас. Нет, не говори мне такое. Так, я боюсь. Это станция какая-то. А это чуваки, короче, лезут в дом. Ну, решили найти приключение на свое одно точку. Это заброшка. Блин, никогда не лазь в 3 часа ночи по заброшке. А то придет, фиг знает. Придет Хаги-Ваги. Или еще кто-то. Или Cartoon Cat. Да, чувак, тебе явно не повезло. Куда он пошел? Он что-то ищет? Не знаю. Приключения он ищет. С фонариком, конечно, приключения. Кто это? Кого он увидел? Кто там? Я не в курсе. Там... Малина, тебе страшно? Да! Ладно! Малина, кто тоже испугался, ставь лайк. Валерия испугалась. Так. Ой, это бомж. Там бомжи живут, наверное. Слушайте, мне стрёмно. А мне как стрёмно? Смотри, там тень. Я хочу в туалет. Там была тень. Там была тень, да ладно. Да, там была тень, серьезно. Да, я увидела там. На потолке? Да, на потолке было страшно. Тень! Я это рука! Чья рука в туалете? Видели руку? Нет. Моя. Посмотрите внимательно. Кто там был? Где? Кто-то... Может там Хаги? Там кто-то был в туалете черный. Cartoon Cat? Да. Cartoon Cat. Похож. Cartoon Dog. Кто? Бенди. Я не знаю. Кто? И я не знаю. Что кто там? Там кто-то идет. Да. Cartoon Cat. Да, привет. Круто, ля, как вообще? Мальчик, проваливай отсюда, быстрее! Да фонарик выключи, да господи! А как он тогда видос снимет? Ребята, нельзя было с фонариком бегать, Cartoon Cat же его видит! По-моему... Слушай, он какой-то медленный очень прям! Как будто... Ты придумаешь себя там спасать? Он в ловушке! А что происходит? Все, ему некуда бежать! Он запыхался и устал, и хочет пипи! Он присел! Я, кстати, тоже бы не отказался! Выключи фонарик, закрой фонарик!
Потуши свет, что ты делаешь? Тихо, слышишь? Он опять нам сейчас привет скажет. Вали! Беги, давай. Я думал, что он убежал, а не тут-то было. А тут карту какая-то такой пришла, опять привет. Я пришел к вам. А смотри, как он это такой. О, тут побежал. Он как-то очень медленно бежит. Да. Тихо, быстрее, давай. Ребята. Что за музыка тут играет? Ему надо покинуть это здание. Come with us. Что написано? Поиграй со мной. Ага, сейчас же. Приди играть с нами. Так тут он получается... Come with us. Не один? We don't care. Там мне... Мне все равно. Ребята. О, ребята, он опять вышел. Блин, страшно как. Ай-яй-яй. О, крутой какой вообще. Посвети ему в глаза фонариком, если все равно его отключить не знаешь. Смотри. И что он ему сделает? Сожрет. Надеюсь, ты понимаешь, что это все неправда. Да, Валерий? Да. Салочки, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, присоединяйтесь к нашему дискордику. И не забывай про наш канал Валеришка Family, Валеришка Games, Play Max. Там очень крутые серии для тебя. Не забывай, Сашка, это самое лучшее. Очень хорошо. Всем пока-пока.